Новый учебный год начался сегодня и в главном вузе региона. По традиции в Новгородском государственном университете приветствовали первокурсников. Общее количество студентов и аспирантов в этом году превысило 2600 человек. Они будут обучаться по 41 направлению, 4 специальностям. Средний конкурс составил 6 человек на место. Причем практически четверть новоиспеченных студентов – ребята из других регионов, включая даже такие мегаполисы, как Москва и Санкт-Петербург. Отрадно, что все пришедшие получать профессиональные знания в наш вуз ставят перед собой смелые, амбициозные задачи. Я смогу стать хорошим врачом, и чтобы вернуться квалифицированным врачом, вернуться в свое село, чтобы открыть свою клинику. Короче, у меня большие планы, и я очень надеюсь, что этот институт мне в этом поможет. В наше время очень плохая экологическая ситуация, и я надеюсь, что как-то смогу на это повлиять. То есть от одного человека, конечно, мало что может измениться, но вдруг... С началом нового, интересного и серьезного этапа первокурсников поздравили исполняющий обязанности губернатора Андрей Никитин и ректор НовГУ Виктор Вебер. Они подчеркнули, что перед сегодняшней молодежью открыты все пути, а возможности для творчества, учебы и самореализации практически безграничны.